Всем привет, вы на канале Папа Фан Машина. Играем мы с вами в Hill Climb Racing 2, ребят. Ежедневный приз, играем. Так, 10 кристалликов. Открываем эпический сундучок. Посмотрим, что там будет. Легенда, эпик, круто. Открываем еще бесплатный за VIP-подписочку. У кого нет VIP-подписки, те могут за просмотр рекламного ролика открыть. Так. Что у нас? Ага, обновление, ребят. Новое. Новый скин. Это крыса, что ли? Да, год... Короче, 2020 год, да? Символ 2020 года. Обновление. Плюс на тачку еще скинчик такой. Ничего себе. Так, фестиваль Хасбеген. Хорошо, хорошо. Ну-ка, давайте посмотрим сейчас, кстати. Кстати, сейчас мы с вами посмотрим. Давай загружайся. Ля-ля-ля-ля-ля. Чё ж ты висишь-то, ёлы-топалы. А персонаж какой у нас? Легенда? Эпик? А, как вы думаете? Вот, ребят, Шоя. Так, с гитарой. Ну, прикольно. Крыса, огромная просто крыса с гитарой. А скин у нас где? Это вот этот, да? Похоже. Или... Я не пойму. Какой? Не, вот это у нас вроде давно было. Скорее всего, вот этот цвет. Ну, блин. Ну, нет у меня этого скина. Скина, наверное, ударение правильнее будет. Так, а что у нас, кстати, продается в магазинчик? Давайте посмотрим. Так, стартовый ускоритель. Берем, 50 тысяч монет. Так, интересно, по акции будет продаваться этот скин? Или нет? Слушай, давайте возьмем... Блин, раллиную тачку нет смысла брать. Эпический сундук на супербайк за 500 кристалликов. Блин, дороговато тоже. Я бы редкий сундучок открыл бы за 250 на супербайк. А за 500 кристаллов эпик сундук что-то... Нет, спасибочки, нет. Проще в кубках, ребята, играть и эти же самые 500 кристаллов тратить на открытие сундучков. Вот видите, допустим, редкий сундук можно открыть за 32 кристалла. Свободно, можно открыть. Либо потратив 250 кристаллов, можно открыть редкий сундучок, но с деталями исключительно на раллийную тачку. Так что, ну, дороговато, да, проще, реально проще. Эти же самые кристаллы тратить на открытие вот сундучков, которые выпадают в режиме кубки. Хорошо, что хотел-то вообще? Так, в команду пока мы не вступаем в бой. Ждем новый командный, ребят, новое командное соревнование. Так, Зак. I am real. Я типа настоящий. Зак IT вышел из команды. Так, чё-то ты тут у нас ключ. Давайте-ка мы уберем его. Хорошо. А, давайте теперь перейдем к самому процессу, ребят. Я же хотел сегодня событие пройти. Ивентик. Не то, что пройти. Я же его не снимал даже, не начинал, да? Так что сейчас мы с вами будем проходить ивентик. Начнем. Короче, езда на заднем колесе. Я этот ивент... Прохожу на баге для песка. Так, что у нас тут стоят? Детали какие? Магнитик, крылышки и зацеп. Ну, за место магнита, в принципе, можно поставить что-нибудь другое. Давайте-ка за место магнита реально что-нибудь другое поставим. В принципе, с топливом у нас здесь не должно быть проблем. Мы его... Так, это слот оставим. Под ивентик я буду использовать четвертый слотик. Крылышки оставим. Так. Ну, монетный что-то поставить. Либо езда на заднем колесе. Давайте колесный ускоритель. Так, хорошо. Все, остальные характеристики не будем снижать. В принципе, и так можно управиться. Так, бесплатная гоночка у нас есть. Потом придется еще 4 билета купить за 20 кристаллов. Ёлы-топалы. Подводная локация. Здесь конкуренцию будут хорошую составлять гоночные грузовички, ребят. Гоночный грузовичок здесь на этой карте очень неплохо себя показывает. В принципе, гоночный грузовик, он везде неплохо себя показывает. Именно связанный
с этими вентами, с этими колесами. Сволочный грузовичок он умеет. Хорошо ехать. Он ехал на заднем колесе. Ё-моё, вот этот опасный моментик, ё-моё, передержал тормоз. Так, 450 метров почти, но у нас, в принципе, еще минута есть. Всего дается 2 минуты, ребята, мне нравятся ивенты, где на один билет у нас дается 2 минуты. То есть не тратишь ты слишком много времени, проходишь, в принципе, быстро, да, тратишь на билетики. За 10 минут свободно можно потратить все 4 билета, это хорошо, по-моему. Блин, да что ты будешь делать, ребят, ну все. Улучшить в любом случае не получится. Потому что у нас времени не хватит. Но есть и минусы того, что ивент этот заезд у нас короткий, 2 минуты всего лишь. Если вы сделали ошибку, как я, допустим, да, то есть уже получается пару раз ошиблись. Хорошо, если ошиблись там на первых секундах. Перезапускать еще ничего страшного. А если вы уже ошиблись и остается до конца заезда минута, то, к сожалению, улучшить результат уже не получится. И вас с вероятностью с высокой уже обгоняют, чувачки. Так, видите, то сейчас вот неплохо было. Но времени нам не хватило. За счет того, что я очень много раз ошибся. Так, гоночный грузовичок, как и говорил. Сейчас будет создавать неплохую конкуренцию. Особенно под водой она неплохо себя ведет. Так. Выполняем за 20 кристаллов. Давайте еще разочек на багги для песка. Потом. Ну, гоночный грузовичок тоже возьмем с вами. В принципе, немножко на нем тоже покатаемся. Кстати, я давно на нем не ездил. Блин, вот здесь. Вот эта карта, кстати, как-то у нас уже была. Так, первый слотик надо было сразу взять вот так вот. Уже принимала участие как-то в командных соревнованиях. Тоже езда на заднем колесе, максимально далеко. Вот именно вот эта карта у нас уже была как-то. Не знаю, недельки три назад, наверное. Ребята, минута остается, ё-моё. А я настолько паршиво проехал, что даже нет слов. Да, тем неплохо, что у нас время очень быстро заканчивается, да. Но и с другой стороны... Да, опять в этом же самом месте я упанул. Да, ребят. Тем плохо, что время не хватает нам улучшить свой результат. А если косячить постоянно, то это вообще пиши пропало. Как я, допустим, да? Нет бы сразу проехать нормально. Нет. Надо ошибаться. Надо 200 раз переделывать. Пока время не кончится, не закончится. Ой, блин, сейчас проскреб я там просто, ребят, прошкреб. Так. Держимся, 15 секунд, 10 секунд остается буквально. Буквально у нас остается. Скоро, кстати. Блин, ребят, что такое? Ну, на 9 баллов, я думаю, затащим. То есть, видите, да? Блин, если бы с первой попытки я ехал вот так вот аккуратно, я бы первое место занял, кстати. А так всего лишь третье. Ладно, все. Так, грязь. Грязь, ребят, грязь. Трасса грязь. Давайте попробуем взять тогда, как я обещал, в принципе, гоночный грузовичок. Зацеп. Так, прижимное. Давайте крылышки поставим. Ну, улучшим, допустим, максимально. Не хватает на максимально. Так, что еще поставим? А, давайте езда на заднем колесе тоже улучшим. До 7-го. Угу, и... Талончик у нас тут. Так, подождите. Что у нас тут вообще максимально прокачано? Ничего, да? Прижимная. Стоит, не стоит ее прокачивать? Ой, то есть улучшать или не стоит? Я думаю, не стоит. Так, что-то я хотел разбить. По-моему, у меня на моноцикле очень много крылышек, либо крутилок. Да, крутилки максимально. Но я их все уже разбил. Блин. А что же нам поставить-то металлом?
Так, здесь вообще практически все. Ну, больше половины прокачано максимально. Магнит, так, крутилочку можно. Наковальню можно. Остальное больше ничего нельзя. Задим, остальное все у нас разбито. Так, на формуле давайте посмотрим. Так, на формуле крылышки можно разбить. Магнитик, кстати, тоже. Крылышки, защита, зацеп. Так, магнитик давайте разобьем. И все. Так, немножко не хватает, да, максимально прокачать. Но нам, в принципе, не нужен магнит на формулу. Прижимная, прижимная, все оставляем. Давайте оставим прижимную тоже. И пробуем. А, не забываем. Ребят, не забываем, что нужно обязательно давать назад. Потому что, чтобы стартануть хорошенечко, ребят, обязательно нужно. Е-мое! Слушай, к нему надо привыкать. К нему надо привыкать. Обязательно немножко даем назад. Потому что иначе задрать мордочку этой тачки не получится. Да какого леша ты так делаешь, я не понимаю. Блин, ну посмотрите. Ну что ж такое-то? Ну давай, давай, учись, тренируйся. Учимся и тренируемся. Ё-моё! Слушайте, знаете, почему так происходит? Потому что нам зацеп вообще не нужен. Чё-то из-за этого зацепа я прям переворачиваюсь. Так, ну давайте усиленный турбо, бог с ним. Можно было монетный попробовать поставить. Сколько? 30 секунд остается. Назад даем. Назад. Ага, конечно. Какой я умный. Ай, да, 6 баллов. Блин, забываю. Назад, назад, обязательно. 10 секунд. Ну все. Короче, надо тренироваться. Ребят, на этой тачке надо тренироваться. Ой, капец. Да, после бага для песка, кажется, тачка намного сложнее. Слушайте, давайте попробуем. Знаете, что попробуем? Сейчас мы попробуем. Прижимную. Блин, зацеп все-таки, наверное, надо было поставить обратно. Ну ладно, давайте эксперимент номер два. Попытка номер два. Катание на гоночном грузовичке. О май гад! Ё-моё! Ребят, ну что такое-то? Ё-моё, она огромная, она здесь, по-моему, совсем не подходит на эту карту. Чё-то мне подскажет, что она здесь совсем не подходит. Хотя... Ну, сложно на ней. Говорю сразу, ну посмотрите. Нет, не-не-не-не-не-не, ни в коем случае сюда не буду ее брать. Хотя можно, наверное, да? Но проще на баге для песка. Давайте, хорош чудить. Можно, кстати, на раллийной тачке покататься. Я тоже можно на заднем колесе на раллийной тачке кататься. Вполне себе можно. Ну вот. Не получилось. Сколько минут? Минут. 40 секунд остается. 2 минуты всего дается. От нас уже 40, меньше 40. 35. Блин, надо очень аккуратно ехать. Вот здесь вот. Тоже такой. Блин, ну как так-то? Здесь такой противный момент. Если его проскочить, уже 20 секунд. Все, ребят, все. Опять у нас все пропало. Провозился я на гоночном грузовичке. Короче, если на определенной тачке у вас очень хорошо получается проезжать, нужно на ней катать. Если начнете экспериментировать, будете сливать. Вот в чем прикол.
Баги для песка — идеальный вариант. Для этого ивента это самый отличный вариант. Если что, гоночный грузовичок хорошо себя показывает в подводной локации. Да, ребят. То есть, в принципе, я в самом начале говорил об этом и доказал. Чувачок на гоночном грузовичке в итоге занял первое место. Да, вот там можно взять... Ёлы-то пало. На той локации подводной можно взять гоночный грузовик. Слушайте, вот здесь можно проехать 1800 метров. Но я профукал свой момент. Я уже время потратил. Чтобы хотя бы достойно продержаться. Оставшиеся полторы минуты. Вполне возможно, ребят, полторы минуты проехать, но не в моем случае. Какого лешего? Когда я начал играть, запустил только этот ивент. Это было 2 дня назад. Я, ребята, вот именно у меня первая карта была вот именно эта. Я на этой карте занял первое место. И все 2 минуты я ехал свободно. Я ехал, ребят, свободно. 1800 метров я проехал вот именно на этой локации шахта. Так что, ребят, я знаю, о чем говорю. Здесь можно 1800 проехать без напряга. Аж 2 минуты держать мордочку задрыты на этой тачке. Вообще без проблем. Но меня здесь обгонят. Блин, ну как так-то, а? Ну, 100% обгонят. Потому что здесь конкуренция будет. Кто продержался больше всех, дольше всех, с самого начала, тот проехал, соответственно, дальше всех и займет первое место. Наверняка кто-то там есть, кто 1800 метров, наверное, прокатил. Ну-ка, давайте 10 секунд посмотрим. И в списке топ-1 сейчас будет чувак за 1500 с плюсом. Почему-то я прям уверен, потому что он продолжает ехать. Но там еще несколько. А нет, 1500 с плюсом. Чувачок всего лишь Санта, 1653. Остальные 1400 с минусом. Угу. То есть видите, да? А сколько в итоге я баллов получил? 7 баллов получил, ребят, за этот последний заезд. Ну что, будем открывать кейсы или не будем? Не будем открывать, оставим мы это все дело, ребят, на понедельник. Всей кучкой мы с вами заберем награду уже в понедельник. Так что будет прикольно посмотреть, что нам попадется. Особенно из легендарного сундучка, вот из этого 400-го. 400 баллов, ребят, будет интересно посмотреть, что там внутри нам попадет. Что за деталь легендарочка нам попадется. Так, вы что тут выходите? А кто-то зашел, кто-то вышел. Ой, ребята, я удаляю игру. Всем спасибо и пока. Ну, пока. Удаляет игру. Конечно, мы тебе поверили. Свалил, небось, куда-нибудь. Топовую команду. Ладно, все, ребят, хорош трепаться, трещать. Подписываемся, лайки, жмайки, не знаю, что-нибудь. Еще что-нибудь сделать, напишите в комментариях что-нибудь. Все, всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.